Друзья, всех приветствую в магазине «Светофор». Мы находимся в городе Красноармейск, Московская область. Детский уголок, заглянем. Привезли детские игры. Это экономические, финансовые игры. Вот первая — «Битва кошельков». Игра на 2-4 человека, 8+. «Фабрика успеха». Автор Олеся Емельянова. У нее очень много выпусков книг и игр вот таких для школьников, для детишек. Это вот первый вариант игры. Есть экономическая настольная игра «Акулы бизнеса». «Победи конкурентов». И третий вариант — «Капитал». Экономическая настольная игра «Стань миллиардером». Игры, вот их только привезли. Цена 223 рубля 89 копеек. Есть еще в продаже игровой набор «Логический куб» для маленьких деток. Цена 113 рублей 30 копеек. Цвета разные со всех сторон. Наборы «Рисуем пальчиками» еще есть. 349 рублей. Россия. Вот здесь 4 цвета красок и рисунки, которые можно разрисовывать. Кукла Тодди, большие глазки с аксессуарами. Китай, 282 рубля 8 копеек. Классные мотоциклы, большие, размер 26 на 15. Производство Украина. Цена 274 рубля 17 копеек. Есть и цвета есть синие, вот оранжевый, там красные. Заглянем в отдел канцелярии. Уже скоро 1 сентября. Детишки собираются в школу. Посмотрим, что здесь есть. А привезли нам тетради. Смотрите, набор тетрадей. В упаковке 5 штук. Тетрадь общая, 48 листов. Клетка. Они все разного цвета в упаковке. Видите, зеленые, голубые. Тут, по-моему, оранжевые и вот розовые. И все с разными котиками. Посмотрим листочки. Да, тетради идут в клетку. Яркая клетка, поля прочерчены. 48 листов. Одна тетрадочка стоит 35 рублей 69 копеек. А упакованы они набором. Книжка с животными и буквами. Вот такие тетради есть. Головоломки, лабиринты. Лунтик, веселая мозаика. И вот цены. А особого такого завоза к школе я не вижу. Все, в принципе, то, что было. Есть набор шариковых ручек. 4 шариковые ручки синие, 3 гелевые ручки. Цвета в ассортименте, всего 7 предметов. Вот они, такие ручки. И цена такого наборчика всего 47 рублей 31 копейка, а производство Китай. И вот еще к школе есть набор для рисования. Здесь 150 предметов, они уже давно здесь есть. Их очень хорошо раскупают, тем более сейчас к школе. В детский сад. Тут и карандаши, и мелки, и фломастеры, и краски, ножницы, точилочка. Все тут есть в одном наборе. 150 предметов. А цена набора всего 338 рублей 42 копейки. Мыло туалетное, маловаренная компания. Еще есть продажа по 200 грамм кусочки. И земляничное, хвойное, банное. Цена 34 рубля 43 копейки, 200 грамм кусочки. Есть хозяйственный универсальный против пятен для всех видов ткани. 37 рублей 97 копеек. Новое мыло привезли. Мыло «Детская радость» называется. Состав: натриевые соли, жирных кислот, натуральных жиров, масел, вода, глицерин, парфюмерная композиция. Мыло детское стоит 33 рубля 27 копеек.
Еще один вид мыла, это банное мыло 200 грамм, это проминдустрия. Изготовлено в лучших традициях. 200 грамм кусочек, 34,28. Есть в продаже санитар гель, деликатный, густой гель, идет с хлором. Убивает бактерии до 99%. Для мытья и дезинфекции. 44 рубля 75 копеек, литровая бутылочка. Детская гель-пенка для мытья и купания с натуральными экстрактами ромашки, череды, календулы, противоаллергенная отдушка, без красителей, парабенов, силиконов. Содержит пантенол, масло оливы, витамины А, Е и Ф. Литровая упаковка, идет с дозатором. Цена 110 рублей 80 копеек. Детский порошок Baby есть еще в продаже, 3,8 килограмма, подходит для всех видов тканей, 174 рубля 41 копейка. На счастье нашу кошечку, привет, Маруська, привет. А знаете, откуда я знаю, что это кошечка? Потому что котов трехцветных не бывает, бывают только кошечки. Удлинители привезли на 3 гнезда, 6 метров, такие аккуратненькие. 140 рублей 40 копеек. Кому надо, приходите. Удлинитель на катушке, 4 розетки, 25 метров здесь шнур. Россия, 868 рублей. Брючки спортивные, мужские, посмотрите. Хлопок 85%, есть вот в черном цвете, в сереньком. Хлопок 85, полиэстер 15%, эластан. 558 рублей, производство Китай, пояс на резинке и со шнуровкой, размеры 48-56, рядом халатики женские на молнии с карманами, размеры 46-64, большие, они еще и с поясочком, рукавчик у них короткий. Производство России, 465 рублей 66 копеек, а расцветок много-много. Натурал гель для душа с дозатором. Гавайи. Увлажняющий комплекс с маслами миндаля и органы. И папайя. 72 рубля 98 копеек. Здесь литровая бутылка с дозатором. Второй вариант — это ананас. Друзья, появилось средство для мытья стекол. Готовимся к закрытию летнего сезона и началу зимы. Надо мыть окна. Средство «Актив». Средство идет с распылителем. Литровая бутылка. Дойдет для чистки мытья стекол, зеркал, телевизоров, мониторов, компьютеров. Цена бутылки 43 рубля 80 копеек. Посмотрим, что есть в холодильнике. Появился вот плавленый сыр «Дружба», 168 рублей, ванночка, 400 грамм. Идет без заменителя молочного жира. Творожные сыры появились в продаже опять, вот смотрите, сыр «Богатов», который готовит. Сливочный сыр и сыр с зеленью, спеццена. И второй вариант — это у нас сливочный творожный сыр и сыр с мюсли и орехами. Идут они в наборчике, две штуки, 55% жирности, 140 рублей 28 копеек цена. Десерт шоколадно-ореховый, 350 грамм баночки. Цена 87 рублей 73 копейки. Появилась колбаска деликатесная, категория А, анкомовская. Анком — это хорошая колбаска. Посмотрите, какая большая, большое такое колесико. Развесано кило 256. Другую посмотрим. Кило 222. Свинина, грудинка свиная, посолочная смесь, соль, ароматизатор, сахар, пряности. Санкт-Петербург готовит. Цена 374 рубля 40 копеек за килограмм. Атяшевский завод. Привезли опять нам колбаски сырокопченые. Пиво. 250 грамм здесь. Цена 105 рублей 79 копеек. По-моему, цена на них не меняется. А так они вкусненькие колбаски. Категория Б.
пройдемся по напиткам, посмотрим. Смотрите, появился нектар гранатовый, детский, для детского и школьного питания. Гранатик. Бутылочки по 250 миллилитров. Ну, стаканчик. 35 рублей 65 копеек стоит бутылочка. А готовит ее Орловская область. Вот, уже появился компот клубничный с клубничкой. Трехлитровые банки. 214 рублей 95 копеек. Есть напиток гранатовый Машал. Без консервантов идет. Литровая бутылка красивая. 45 рублей 39 копеек. Угличская минеральная вода. 1,5-литровой бутылочки. По 22 рубля. Напиток безалкогольный Лаймон Фреш. Среднегазированный, 1,5 литра, 100% натурал. Идет соком лайма, производство Тверская область. Большая бутылка, цена ее 70 рублей 80 копеек. Пройдемся здесь по рядочку. Ну, друзья, как сколько хожу, и всегда появляется что-то новенькое, новые товары. Вот показывала вам мак. В одной упаковке. Теперь уже новинка пришла. Приправа маковая начинка называется. Надо добавить горячей воды 50 миллилитров и настояться 20 минут. И начинка готова. Мак приготовь-ка. 24 рубля 22 копейки. Здесь 50 грамм. Изготовитель Московская область, город Лыткарино. Для булочек с маком, пирогов, рулетов. Состав входит мак пищевой, сахар, загустители. За 20 минут у вас готовая маковая начинка. Появились специи котами. Где-то прочитала, не знаю, или кто-то мне сказал, что будет проблема с импортными специями. Вот у нас появился 100% натуральный продукт. Черный перец, это фирма Котами, Австрия. Идет без красителей, без консервантов, соответственно. 100% натуральный продукт. И еще появилась паприка, красный перец, паприка сладкая, молотая. Цена упаковки 98 рублей 51 копейка. Благодарю вас за ваши комментарии. Рада, что мои видео вам полезны. Желаю вам приятного просмотра и самых выгодных покупок.